40 лет. Казуаки, это не мы. Поверьте нам. Поверьте. Что ж вы наделали, сукины дети? Своих же детей без хлеба оставили. Кто кормить твою мать будет? По зернышку собирали. Когда теперь сеять? Земля-то пересохла. Говори, кто тебя послал. Говори, я все знаю. Подлая твоя бандитская душа. Это твой брат тебя послал. Казубайки, я не виноват. Ты с ним заодно. Казубайки, это не мы. Поверьте. Подонки. Эх ты. Капар, Жалой. Да. Скачите в город. Пусть к нам уполномоченные приедут. Есть. Казубайки, мы не виноваты. Там разберутся. Простите. Они разберутся. Простите нас. Казубайки. А когда жег? О чем думал? Это не мы, Казубайки. Пощадите нас! Мы не поджигали амбар. Мы не знаем, кто это сделал. Казубайки! Стой, кто идет? Дежурного позови. Шатеков! Я. Что к нам пришли? Дежурный по гарнизону красноармеец Шатеков. Душно. Ну что, Шатеков, долго нас будешь держать на жаре? Извините, товарищ командир. Служить к нам приехали. Служить. Проходите. Я скоро вернусь. Понял, Захарик. Держи. Вот, тренируемся. Пожалуйста, сюда. Готовься. Удар. Раз, два, три. Ну что ты как баба, Захаров, а? Исаев? Валентин. Угрюмов! Здорово! Привет! Какими судьбами? Да вот у вас буду служить. Отлично. Это моя жена, Зайнет. Познакомься. Здравствуйте. А это мой боевой товарищ Валентин. Помнишь? Я тебе о нем рассказывал. Я помню. Сколько же мы не виделись. С 20-го года. Точно, точно. После разгрома нарынского мятежа. Ну да. Командир дивизиона ждет вас. Ну, я пойду доложусь. Давай, потом поговорим. Зайнет, я помогу вам. Да я сама. Ничего, ничего. Проходите. Товарищ командир дивизиона, комзвода Исаев для дальнейшего прохождения службы прибыл. Ну, наконец-то. Сождались. Что ж, будем знакомы. Лаптев Сергей Гаврилович. Здравствуйте. Проходите. Очень кстати прибыли. Первый взвод давно ожидает вас. Вот список ваших людей. Ознакомьтесь. Почему-то земляков маловато. Точно. Коллективизация вызвала новую волну басмачского движения. А среди басмачей много дыхкан. Или они не поняли значения колхозов, или мы делаем что-то не так, как надо. Как считаете? Понятно. Дыхкан надо вернуть в колхозы. Да? Каким образом? Ну... То-то. Некоторые умники считают, что мы должны быть с ними поласковей.
Шашкой говорят, махать вы можете, а людей снимать не умеете или не хотите. Товарищ командир, здесь нужна ваша подпись. Здрасте. Здравствуйте, познакомьтесь. Это наш старожил, командир 3-го взвода Сташевский. Виктор Васильевич. Абыш Исаев. Новенький. Принимает 1-й взвод. Я еще и замкомандира по госчасти, так что насчет устройства, быта, прошу ко мне. Спасибо. Казубайки, идемте. Вас ждут. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я привез бандитов. Мы их поймали прямо на месте преступления. Эти шакалы подожгли амбар, а там семенное зерно. Да, у нас уже были уполномоченные. Вот их решение, читайте. Здравствуй, Казубай. Здравствуй. Все сожгли. Вы все знакомы с содержанием этого письма? Нет. Я же неграмотный. Это ваш отпечаток пальца? Мой. Значит, вы тоже подписали приговор? Какой приговор? Расстрелять. Как расстрелять? Без суда? Это же мои земляки, что обо мне подумают? Ликбез надо было посещать, браток. А то и так не мудрено и самому себе приговор подписать. Нет, так нельзя. Товарищ командир, их надо вести в город. Пусть там и разбираются. А я согласен с решением уполномоченных. Их надо было расстрелять на месте преступления. Я против. Сейчас уже нет закона военного времени. Да, вы правы, сейчас нет закона военного времени. Но есть и всегда будет закон справедливости. И если кто-то обрекает людей на голодную смерть, нет тому пощады. Все равно хотелось бы знать, на каком основании уполномоченный имеет такую власть? Вот так вот решать судьбы людей. Товарищ командир, не вы ли при нашем знакомстве призывали к взаимопониманию? Мы люди военные, и не нам обсуждать приказы. Старшина, отберите 5 человек для исполнения приговора. Ведите. Казубайки, поверьте, на мне никакой вины нет. Я же вам клялся, Казубайки. Пожалейте мою больную мать. Она не переживет моей смерти. Она умрет от горя, Казубайки. Кулат, ты же мой близкий родственник. Мы же с тобой росли вместе. Кулат, скажи командиру, я не виноват. Не виноват. Зарежь. Жить. Эй,
Надо сообщить родным. С семенами, конечно, будет трудно, но я думаю, мы сможем вам помочь. На станцию Вандежан прибыло несколько вагонов с зерном. Попробуем выбить для вас. Виктор Васильевич, займитесь этим. Спасет вас от красной заразы. Правоверный, молитесь за Шаназара Датку. Кефир убивает дихкан за горсть зерна, без всякого суда. Вчера они расстреляли троих ни в чем не повинных людей. За это нет им прощения. Молитесь за Шаназара Датку. Он... От столь частых повторов люди могут засомневаться в искренности ваших слов. Ради святого дела это необходимо. Я им повторяю только правду. Вот это я принес с собой. Передайте Датке. Хорошо. Теперь хлеб наш. Везите его в Херму. Какая встреча. Здравствуй, дорогой председатель. Я вижу, мои люди не слишком любезно обошлись с тобой. Ты прости уж нас. Они ведь не знали, с кем имеют дело. Развяжите его. Я от твоих головорезов не ожидал ничего хорошего. Обижаешь, председатель. Мы с тобой по-хорошему, а ты нас обзываешь головорезами. Ведь твоя голова цела? Пока цела. Но сладкими речами кровь не смоешь со своих рук. Вместо того, чтобы сеять, растить хлеб, твои мерзавцы разбойничают. Заткнись! Отзывай! Вот ты, недобег. Разве ты не дыханин? Твои предки не были дыханами? А ты, Ишмат, кто будет кормить твоих семерых детей? Мы? Хватит агитировать! Скажи, за что вы расстреляли моего брата? За что?
Он не участвовал в поджоге. Это я. Я сжег. А вы... Вы сразу к стенке! Теперь твоему горю словами не поможешь. Ведь они красные, думают, что только мы грабим и убиваем. И только они страдают. Люди добрые, скажите, кто-нибудь из моих джигитов обидел вас? Нет. Вот вы, отец, взяли они у вас что-нибудь? Нет, ничего. Ну что, председатель? Спасибо, отец, за правду. Люди, мы пришли к вам с миром! А это что? Это с миром! Я вижу, ты не из трусливых. Трус, не трус. А с любым из твоих джигитов я выйду один на один. На чем желаешь драться? Мне все равно. Вы слышали, джигиты? Ему все равно! У кого найдется хорошая сабля? У меня! У меня! У меня! Разреши мне, Татка, я проучу его. Он тебя устроит? Я уже сказал, мне все равно. Хорошо. Эх, лучше бы ему дали ружье, а не сабли. Да какая разница? Убивай его, прошу тебя! Отжимай! Хватит! Он уже понял, на чьей стороне сила. Раздайте зерно дикханам, пусть засеет землю. Нехорошо, Датка. Не для этого мы брали обоз. Выполняй мой приказ. А чего ждете? Берите все! Это все ваше! Эй, джигит! Вы раздаете нам хлеб, а завтра новые власти нас накажут. Новой власти не будет, отец. Нет выше власти Аллаха. Отходите! Дайте! Берите! Получайте! Не видите бороду? Нет. Радуйтесь! Вы не жадные? Нет. Вашим женам? Дочкам? Одевайте! Мне дай! Тебе! Вот тебе, на! Бери, бери! А с ним что будем делать? Храбрый джигит. Пусть живет. Все, что ли? Командир, а вдруг засада? Все может быть. Приготовить оружие. Ну, пошел.
Смотрите и запоминайте, что оставляют за собой басмачи. Отряд спешится! Что будем делать, товарищ командир? Похороним их. Вон там, в саду. Есть. Выполняйте. Ершов, Петров, Захаров, ко мне! Найти Гетмени. Остальные за мной. Зальем. Такую молодую. Куват, помоги. Откройте! Товарищ командир, кетмени нет. Люди попрятались. Ясно. Товарищ командир, разрешите мне? Старшина! Берите, дядя! Держи. Это не наше. Простите нас. Спасибо, Аксакал. Несите все на площадь. Пацаны за мной. Пусти! Давай сюда. Спасибо. Давайте я помогу. А, Василий Алексеевич. Пусть здесь заходит. Выходи. Да я это, я. Ты кто такой? Я, неужели не узнаете? Казубайке. Ага, вот он узнал меня. Товарищ командир, это же Казубайке, председатель нашего сельсовета. Это у него басмачи отняли весь семенной хлеб. А что вы тут делаете? Смерть ищу, браток. Всех моих людей в плен забрали. Меня одного оставили, как я теперь людям в глаза буду смотреть. В том, что случилось, вашей вины нет. Люди поймут. А семена, которые вы не довезли, нам уже вернули. Ага. Так что возвращайтесь домой. Как? Как возвращаться домой? Вы меня с собой не возьмете? Шаназар опозорил меня перед всем народом. Нет? Пока я не отомщу, никуда не пойду. Не могу я, Аксакал, вас взять. Вы нужнее в своем сельсовете. А если хотите воевать, то организуйте у себя новый отряд добровольцев и бейте басмачей. Эх.
Да. То, что случилось в Каэрме, это ужасно. Вот к чему приводят наши решительные меры. Мы расстреливаем их, а они зверски казнят наших. Война есть война. Войны уже нет. А не мы ли сами разжигаем этот огонь? Да нет, война есть. Враг затаился и не хочет сдаваться. Давай. Несомненно, главной фигурой басмачей является Шаназар. А что, если пойти к нему и договориться о перемирии? Ну, хотя бы на время посевной. На переговоры? Да. По нашим сведениям, Шаназар довольно трезвый человек. Может, он и впрямь пойдет на переговоры? Я так думаю. А что, можно рискнуть? Кто пойдет? Может быть, вы, товарищ Исаев? Я могу пойти к Шаназару. Но меня он и слушать не будет. Почему? Вы же киргиз. Потому и не будет. Он для них приспешник русских. Ах так. Давайте думайте, командиры, думайте, думайте. Если бы не вы, русские, со своей революцией, наш народ продолжал бы чтить свои вековые традиции. А мы не собираемся нарушать ваши традиции. Но только ли мы, русские, виноваты? Вы же воюете между собой. Где в Коране сказано, чтобы мусульманин проливал кровь мусульманина, отбирал его имущество, грабил? И что все это справедливо? Найдите мне эти слова. Я скажу, что ваше дело правое. Но вы все-таки нарушаете обеты Корана. На вас английский френч, бельгийский маузер. Значит, кое-что берете из рук неверных. Да, берем. Иногда мы вынуждены поступать вопреки Корану. Но только для того, чтобы Туркестан стал великим. Как Англия, как ваша Россия. Так что лучше уходите отсюда. Этого хотят все. Киргизы, таджики, узбеки. Я стараюсь понять вас, большевиков. Ну и вы поймите нас. Не оскверняйте наши святыни. Говорите конкретнее. Могу и конкретнее. Зачем ваша комсомолия разрушила мечеть на Сулейман-горе? Кому она мешала? Наш народ молился в ней 1000 лет. Вы что думаете? За один день отлучить человека от веры не выйдет. И потом, отнимая у человека Бога, вы отнимаете у него совесть. А человек без совести, он же хуже лютого зверя. Да, вы правы. У нас в России тоже ломают церкви. Я считаю, это большая ошибка. Но ведь за 1000 лет религия не сделала человека счастливым. А мы сделаем. За каких-нибудь 10-15 лет. Как? Если вы такие благоразумные, зачем же вы всех дихкан насильно загоняете в колхозы? Да еще называете это добровольным волеизъявлением народа. С женщин срываете паранжу и гоните, как скот, на работу в поле. Отнимаете у них драгоценности, чтобы купить ваших железных коней. Это же ложь, Датха. Неведение. Вот ваша беда. Хорошо, оставим этот пустой разговор. С чем вы пришли? Я слушаю вас. Говорите. Я пришел к вам как к человеку влиятельному. Подумайте, кто бы ни победил, вы должны позаботиться о детях. Они же помрут с голоду, потому что мы забыли о земле. Мы предлагаем вам временное перемирие, хотя бы на 5 дней, чтобы успеть вспахать и засеять землю.
Так. Ладно. А где гарантии, что вы не заманите нас в ловушку? Гарантии? Хорошо. На время перемирия я останусь у вас. Тебя отпустил. Решил обойтись без заложника. Тут что-то не так. Шаназару нельзя верить на слово. Так значит, ты говоришь, они будут безоружными так же, как и мы. Так он сказал. И этому я не верю. Да что ты заладил? Верю, не верю. Надо рискнуть. Некоторые курбаши и пансаты могут выйти из повиновения. И все дело испортят. Конечно, поручиться за всех нельзя. Но пойти на перемирие надо. Хватит носить. Иди сюда, помоги. Убери, доченька. Мама, у нас кончилась вода в доме. Так уж и кончилась. Ну ладно, иди. Зачем же так рисковать? Если пришел, значит, надо. Шаназар предал нас советом. Нет, он пошел на перемирие. Нам это известно. Красные пообещали Шаназару высокую должность. Не может быть. Я этому не верю. Что же вы мне предлагаете теперь делать? Надо убрать Шаназара. Это невозможно. Шаназар – великий человек. И никто не посмеет поднять на него руку. А вы? Я? Я тоже. Я жить хочу. Вы лихой джигит. И можете заменить Шаназара.
Я не знаю, пойдет ли за мной народ. Пойдет. Пойти бы помочь им. Соскучился по Сахе. Думаешь, они тебе позволят? Они же все работают на Казубая. Пошли лучше по домам. А тебя, Эшмат, никто не заставляет работать на других. Датка сказал, пусть каждый думает о своем хозяйстве. У меня свой сад, он меня кормит. Поехали в кишлак! Давно жену не видел. Как бы она ни завела себе другого. Проверь, проверь. Только вряд ли на нее кто позарится. Зачем прячетесь, джигиты? У нас мир. Хотите им помочь? Давайте, большевички вам за это спасибо скажут. Там ведь ваши жены. Только какие они вам жены? У совета все общее. Не бойтесь. Ничего он вам не сделает. Ага, не сделает. С ружьем едет. Здравствуй, председатель. Здравствуй, Шмат. Помощники вам не нужны? Нужны. Только зачем с винтовкой? Бы ты, Шмат, лучше домой. Хозяйство твое совсем пришло в упадок. Успеется. Хочу испытать, что за штуковина ваш колхоз. Ну что ж, попробуй. Пошли! Оп. Как доехали? Дорога к нам опасная. Это все зерно? На сегодня хватит, а завтра еще привезем. Угу. А этот кто? Не басмач ли? Басмач. Сам напросился. Я разрешил, работает за пятерых. Шмат, не бойся. Шмат. 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 Успокойся. Успокойся, не плачь. Детей разбудишь. Ну, встань, встань. Thank you.
что же я сижу? Надо же тебя накормить. Я сейчас. Не беспокойся, Исвет. У себя дома. Сними. Ансат, зачем ты его убил? Так будет с каждым. Кто продаст душу советам? Он не продавал свою душу советам. Он думал о своих детях. Ишмат! Ишмат! Люди добрые, помогите! Остановитесь! Люди! В честь чего это, Виктор Васильевич? В честь перемирия. Стол готов. Прошу садиться. Я сейчас. Наконец-то посидим спокойно. Ну, когда ждем наследника? Еще не скоро. Учтите, крестным у него буду я. Да. Знакомьтесь, это моя маленькая хозяйка Малика. Ее отец сегодня позволил ей посидеть с нами за одним столом. Очень приятно. Да. Замечательно. Вот сюда. Так. Ну что, все готово? У меня есть предложение. Давайте выпьем за Маляку. Пожелаем ей счастья и здоровья. Виктор Васильевич, давайте теперь по-нашему, а? Давайте. Аргентинская танго по-ош. Извините. Ну, а ты меня учи. А вы же? Танцуйте, танцуйте, у вас хорошо получается.
объясните мне, Исаев, как вы могли допустить такую беспечность? Оставить только 7 человек охраны? Вас за это расстрелять мало. Так ведь перемирие же. Кто мог подумать, что Шаназар пойдет на такую подлость? Не мог он этого сделать, здесь что-то не так. Что ты заладил, так не так. Ну не мог он этого сделать. Вот иди к нему и выясни. Это большой риск, Валентин. Что ты предлагаешь? А что здесь предлагать? Я заварил эту кашу, мне ее расхлебывать. Я готов идти к Шаназару. Хорошо. А вам, товарищ Исаев, приказываю немедленно поднять свой взвод, догнать басмачей и уничтожить. Выполняйте. Есть. Все свободны. Угрюмов, останьтесь. Вы давно знаете Исаева? Давно. С разгрома нарынского мятежа. А почему спрашиваете? Ну, что он за человек? Честный. Я за него ручаюсь. Сергей Гаврилович, вы мне верите? Верю. А я верю Исаеву. Из комсостава, пожалуй, я только Сташевского мало знаю. Мы вместе с Виктором Васильевичем не один пуд соли съели. Его точности, аккуратности, знания воинского устава можно поучиться нам всем. Я свободен? Да. Отходи! Быстрее к пещеру! Отходи быстрее! Хана нам всем! Мы в капкане! Прекратить панику! Огонь!
зачем костер зажгли? Так дышать нечего. Туши костер. Товарищ командир. А дым от костра нам еще поможет, когда стемнеет. Смотрите! Смотрите! Не стреляй! Это же лошадь. Куриные твои мозги. Интересно, добрался куда-то до наших или нет? Должен добраться. Хорошая у него невеста. Даст Бог, осенью сыграем свадьбу. У меня на Урале трое пацанов осталось. Думал, осенью семью сюда привезти. Да вот бы смочи помешали. Вам нравится у нас? Нравится. Края у вас хлебные, люди добрые. Живи не хочу. И чего вы воюете? А у вас на Урале не воюют? Не знаю. Писем давно не было. А ты езжай домой. У тебя там дети. Кто тебя звал? Да если бы не мы, вы бы давно уж друг другу глотки перерезали. Вот наведем порядок, тогда и по домам. Наведем порядок. А ты как думал? Каждый в своем доме сам должен разобраться. Эй, вы! Там, горе! Позовите вашего начальника! Наш Курбаши хочет говорить с ним! Ладно, пусть говорит! Это я, Таджибай Курбаши! Кто будет говорить со мной? Если не возражаешь, говорить буду я! Так ты красный командир Исаев! Он самый! Хорошо, что вспомнил. Из пещеры вам хода нет. И давай договоримся по-человечески. Я даю тебе свободу, коня и личное оружие. Что еще? Еще к вечеру сюда прибудет Шаназар. Мы отсюда вас не выпустим. Подумай, Исаев. Закончил? Слушай теперь меня. Таджибай. Не губи понапрасну людей! Пусть возвращаются домой и занимаются своим хозяйством! Хватит, стреляйте! Thank you.
Ну, как рука? Да ничего. Молодец, кулак. Потери большие. Есть, к сожалению. Тебя видеть. А ну, бросай оружие. Ты посмотри, какой послушный, а! Проводите меня к Шаразару. Он меня ждет. Это мой мод. С удовольствием. Проводь. Эй, Дрис, подойди сюда. Что прикажешь? Ты слушался меня, Пансат. Ради горстки козеласкеров ты погубил моих лучших джигитов. Дорога в ущелье теперь открыта для врагов. Куда мы денемся, если красные начнут нас преследовать? Перевал еще закрыт. Кто же знал, что подмога придет к ним так быстро? В этом повинен только ты. Я просил тебя не усердствовать. Ты уже наводишь страх на людей одним своим появлением. Обижаете, Датха. На ваших руках, так же, как и на моих, людская кровь. Ты что, Пансат? Я даже пошел на перемирие с красными, чтобы сохранить хотя бы десятки жизней. Вы, наверное, устали, Датха. О, кто к нам пожаловал? Красный командир Угрюмов. Что скажешь? Тебе я ничего не скажу. Таджибай, оставь нас. Садитесь. Скажите, а вас не мучает совесть, о которой вы так красиво говорили? Ну, к чему опять этот разговор? У вас безвыходное положение. Ваши люди ненадежны. И не думайте уйти за кордон. Все пути к перевалу перекрыты. Так что решайте, Датха. А что решать? Уже поздно. Слишком много крови пролито с обеих сторон. Жаль. У меня была великая цель. Теперь я вижу. Это мне суждено быть. Как выпущенная пуля никогда не возвращается назад, так и мне обратной дороги нет. А вас, Угрюмов, я отпускаю с миром.
Ашмат, верните ему коня и оружие. Будет исполнено, мой повелитель. Нам нужен живой. Смотрите, джигиты, как беспощадные и коварные красные. Вот что ждет тех, кто поверит им. Не шуми, солдат. Иди доложи своим, басмач пришел сдаваться. Дурак. Пострелял! Подожди! Прекратить базар! Кто стрелял? Я, товарищ командир. В чем дело? Басмач там. Где? За забором. Пришел один, говорит, сдаваться. Сдаваться, говоришь? Так точно. Ну что ж, посмотрим на него. Старшина, ворота. Стреляешь, попадать надо. Эй! Ты там, выходи! Не бойся, выходи. Лыбаев, прими коня. Есть. Отбой. Ну? Сдаваться, значит, пришел? Да, господин начальник. Какой я тебе господин? Да и в товарищи никак не гожусь. Говори, кто ты, откуда? Кто твой начальник? Я из кишлака Каирма. Служил под знаменем достопочтенного Шаназара Датки. Вот, Виктор Васильевич, какой молодец, пришел к нам. Первая ласточка. А чему радоваться, товарищ командир? Кто может за него поручиться? Вдруг он лазутчик. Да, пожалуй. У вас служит молодой джигит, Кубат Шатеков. Он меня знает. Может поручиться за меня. Вот-вот, если учесть, что Шатеков в отъезде и будет только завтра утром. Ну, ничего не поделаешь, дорогой. Придется тебе посидеть на гауптвахте. А завтра разберемся, поговорим. Увидите. Ну, что, вошли, товарищ Басмач. Начальник. Да. Я пришел сказать, что Шаназар убит, а ваш командир взят в плен. А еще...
Узнал. А много знать вредно. Быдло. Брось свое барахло. Сейчас надо будет скакать на лошадях. Как скакать? Я же не умею. Придется, милочка. Я никуда не поеду. Я останусь здесь. Черт. Вот так-то лучше. Собирайся. Если останешься здесь, тебя завтра же расстреляют. Иди. Я отвезу тебя к твоему отцу. Он же меня как сопляка вокруг пальца обвел. Да меня за это к стенке. У Грюмов опасность. Надо срочно что-то предпринять. И Асташерский наверняка уже у басмачей. Ну нет. Эта сука через перевал не пройдет. Оделись бы, ребята. Там на перевале еще зима. Командир, дорога трудная. Мы можем потерять много людей и коней. Я знаю, что делаю. Вперед. Давай. Подожди, я ему помогу.
больше подходит Сташевский. Мне она тоже больше нравится. Жаль, что я раньше не понял. Какой-то оборзень. Я бы на вашем месте выбирал выражение. Там внизу они убеждены, что вы добровольно сдались Шаназару. Так что мы с вами повязаны одной веревочкой. Вы замерзли, Угрюмов. Накиньте-ка бурку. А то вы так никогда не дойдете до вашей заветной цели. И вот это. Как знаете, другой такой возможности может и не быть. Они уже поднимаются вон по тому склону. Поторопи людей. Не отставать! Держать дистанцию! Если мы будем идти по следам басмачей, мы их не догоним. Командир, я знаю одну звериную тропу. Она вон там идет, наверх. Если мы по ней пойдем, то выйдем на перерез басмачам. Делаем так. Исаев и Казубай, берите первое отделение и на перерез по тропе. Мы со старшиной и остальными людьми идем дальше. Действуй. Первое отделение за мной. Второе отделение. Ребята, погоня, вперед! Подъем! Давай. За мной! Головон, прими коней! Быстрей! Подтянись, подтянись, ребята! Не отставать! Дальше дороги нет. Лавиной занесло. Проверим. Три-четыре. Развяжи ему руки. А ну-ка, браток, сними чепан. Зачем? Давай, давай, снимай. Накинь на него. Это, конечно, благородно с вашей стороны. То, что вы оказываете услуги нашему врагу. Но посмотрите на моих джигитов. Разве они заслуживают такого же внимания к себе? Что же вы молчите? Воины ислама ждут ответ от советника великого мира. Или вы надеетесь, что этот русский спасет вас? Тогда пусть он спасет всех. Все хотят жить. Или я его прибью сейчас. Таджибай. Живой Угрюмов нам всем еще пригодится. Мы ведь еще не дошли до кордона. Я вас не понимаю. Потом поймешь. Кончай привал! Чу, чу, чу!
Давай! Ну что же вы стоите? Панцат должен быть во всем примером. Если он чист перед ним. Помогите! Аллах покарал его. Это он убил вашего Шаназара Датку. Аминь. Давай, давай. Через перевал мы вам отдадим Угрюмого, слово офицера. Я же сказал без моей команды не стрелять. Может сойти лавина. Угрюмов, вставай. Настал твой час. Иди говори со своими. Пошел. Ну? Ни на какие уступки не соглашайтесь! Их не более 30 человек! Опомнись, Угрюмов! Валентин! Прекрати! Мы согласны на все условия басмачей! Таджибая нет! Асташевского брать живым!